в долю секунды, чтобы биток проскочил под тремя подпрыгнувшими шарами. Очередь Себастьяна Джумелі. До речі, от навіть уже по перших ударах помітно, що трішки в різних стилях люблять грати ці два спортсмени. Да, это стиль игры, как проявление характера игрока на бильярдном поле. И у каждого игрока есть свои любимые удары. 14 номер ударяется о борт, придавленный десяткой, возвращается к треугольнику, от треугольника идет в угловую лузу ближнюю, возле битка. Биток обходит три борта. Идет вдоль машинки и забивает восьмой номер в угловую лузу. Машинку, поскольку если он сильно ударит по машинке, то уйдет в сторону шар номер 8. Yes! І ось вона нестримна аргентинська радість. Поки що все вдається Себастьяну Джумелі. У нього після трьох ударів три очки. Великолепный по сложности удар, и мы видим, как абсолютно четко выставлены были дополнительные инструменты на столе, которые помогли Себастьяну четко справиться.